Выходной прошел вчера, то ли пели, то ли пили, тонны битого стекла лишь заборки скрыли. Жить не в моде нынче, братцы, что по совести и чести, от того-то нам, друзья, не поется вместе. Липовой красой пленила вражеская сила, оцифрованной трепней массы зарубила. Зарабатывала сеткой клубы, танцы, пиво. На меня пошла войной, да не тут-то было. Веду его с семьёю в допинги, не верю. С получки домой иду красиво, песню новую пою, чтоб не скучно было. Игровые пулеметы щелкают монетки, а кредиты для людей составляют сметы. Форды, фокусы в подарки ждут от предков дети. Нынче собственные сети тоже за проценты. Веду его с семьёю в допинги, не верю. С полочки домой иду красиво, старых позову друзей, чтоб не скучно было. Сейчас тогда можно другую тему осветить. Такая тема смерти, может быть, не очень оптимистичная, но по-христиански очень такая близкая. Старую песню сейчас спою. Когда-то я даже вот с ней... Многие говорят, что это даже моя лучшая песня. Но я всегда пою на авторских вечерах. Костя, а ты крещен в детстве или в сознательном возрасте? Что? Крещен когда был? В детстве или я, к сожалению, в бессознательном возрасте был. Я очень бы хотел перекреститься, но... В смысле? В моем понимании, что вот когда в сознании, в сознательном возрасте, ты воспринимаешь все очень тверже потом. Вот. Многие, которые... Просто я людей таких знаю, которые крещенные уже в позднем, они... Их жизнь изменилась очень кардинально с этого момента. То, что там очень важное таинство, очень такие моменты, которые уже ни с чем не сравнить. Когда в бессознательном возрасте, это значит, за нас кто-то другой это все испытывает. Но не ты сам. Поэтому вот я. Ну, такие соображения у меня.
сильно повлияло там, с литературы, поэзии? Основные. Мне Гоголь нравится, Достоевский нравится. Ну, из любимых. И из поэзии. Ну, наверное, не знаю. Серебряный век ближе всего. Ну, Осип Мандельштам мой такой проверенный, мой любимый. Ну, это чисто вот такие вот, чисто по-человечески я его люблю. А так, я не поэт, я ничего в этом не понимаю, я просто пишу песни. Я слушаю много музыки, слушаю много современных каких-то авторов-исполнителей и, наверное, больше всего учусь на современниках. Среди нас же тоже много плохих поэтов, которые тоже когда-то в историю войдут, надеюсь.